субботу в Самарской области переменная облачность без осадков. Днем минус 6, минус 8 градусов, ночью 9-11 ниже 0. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, днем минус 8. В темное время суток также минус 8 градусов. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, в дневное время минус 8 градусов, ночью минус 9, юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре переменная облачность, днем минус 9, ночью 11, ниже 0, юго-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.